Пайма хотела спросить, что значит «не готова». Нара Вин вспомнила не все. Нужны и воспоминания, и мечты. Мечты? Но я больше не могу ходить, и даже если я однажды поправлюсь, никто не знает, когда это случится. Лишние тревоги. Нара Вин должна помнить, мечты связаны с твоей душой, а не с телом. С душой? Дальше я не пойду. Нара Вин сама должна найти своего друга. Он попал, как сквозь землю провалился. И небо стало каким-то другим. А с моей душой. Она встала? Я могу стоять. Это совсем не трудно, и как будто так и надо, словно я и не болела вовсе. Эй, мы что? Оказались внутри сна. Ну да, с нами это не в первый раз. Поэтому он и велел не тревожиться. Во сне Авин снова может ходить и бегать. Смотрите, я стою. Я держусь на ногах. Это ведь прекрасно. Теперь мы можем отправиться на поиски Арашани. Давай, наперегонки. Заодно поверим, как проверим, кто быстрее бегает. Наверное, я еще не полностью восстановилась. Да ладно, какая разница, побежали, я тебя обгоню, пусть ты и старше. Да. О, они убежали. Надо же, Пайма думала, ей понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть. Сила желания творить чудеса. Точно, давай скорее за ним. Ми. Они там уже, я смотрю, веселятся, смотрите. Догоните Авин. Да я не соревновался в беге. О, ну-ка. На, ты быстро бегаешь. Ты почти меня обогнала. Авин бегает ничуть не хуже Юми. Раньше я просто обгоняла взрослых в беге, главное не длина ног, а тренировки. Пройдет еще пару лет, и мне за тобой не угнаться. Да, ух ты. Так давайте посмотрим, куда нам идти дальше. Смотри, там что-то парит в воздухе. Это звезда? Может, она хочет, чтобы мы пошли за ней? Наверное, давайте попробуем. Ух ты, я теперь за нее играю, смотрите, офигеть. Ну как, сила еще есть? Бег неотделим от усталости, а я люблю все, что связано с бегом. И? Что вы хотите? А, я вижу. Как здесь много больших грибов. На них можно даже, видимо, встать. Вау. Значит, мы пришли на нужное место. Но где же Арнара? Пайман видит только большой камень. Я так счастлива, почти забыла это чувство. Но понимаете, если я останусь на месте, мой мир сжимается, становится крошечным. Но пока я бегу вперед, перед глазами появляются новые и новые картинки, и мир кажется бесконечным. Я не знаю, как у меня это получилось, но понимаю, что вы мне очень помогли. Неважно. Главное, тебе многое удалось вспомнить. Воспоминания символизируют наше прошлое, но их сила не только в этом, еще они способны пролить свет на будущее. Болезнь уйдет, а и радость к тебе вернется. Да, спасибо, Йоими, спасибо вам. Давайте дальше искать Арашани. Похоже, здесь его нет. Но тогда почему звезда привела нас сюда? Вау, и этот камень выглядит очень необычно.
Не знаю, как объяснить, но мне он почему-то кажется знакомым. Ух ты. Как будто он был частью меня. Я знаю. Наверное, это ее Руид. Да? Что? Я уже и забыл о нем. Это очень редкая руда, символ стремления и мечты. Если ты ее видишь, значит, ты смогла отыскать утраченное. Вот оно что. Похоже на сказку. Я думала, что это уже... что уже не верю в сказки. Но я рада, что вера ко мне вернулась. Она пошла за ней? Давай за ними. Упс. Йойми, эй, ну выбора-то у нас нету. Кажется, ничего не изменилось. Давно не виделись, Нара Авин. Очень давно, правда? Рошани. Почему ты такая грустная? Я понимаю, ты не грустная, а счастливая. Рошани. Ранары устроили нам поистине волшебное путешествие. Помогли Авин отыскать пропавшего друга, а еще показали нам, что такое Уруи. И нам надо будет найти свой, чтобы сделать из него чистейшие линзы. Да, Пайман уверен, у вас тоже все получится. Да, настоящее приключение. Но сначала нужно проводить Авин в город, иначе ее мама с ума сойдет от беспокойства. Это точно. Картина перед глазами напоминает сон. Спустя мгновение вы оказываетесь уже дома. И это все? Мы видели прекрасный сон. Не грусти, ведь он рядом. Рошани, ты не ушел. Рошани должен извиниться. Рошани хотел найти Нару Авин, просто Рошани плохо помнит время. Рошани боялся идти в город. Рошани не видел Нару Авин и решил, что Нара Авин завела себе новых друзей. Это нормально и неизбежно, тут не о чем печалиться. Да все в порядке, я понимаю, просто я не могла собраться с силами. Но теперь я понимаю, Юймия правда, у каждого бывает в жизни черные полосы, но главное поддерживай друг друга. Спасибо, что помогли мне вернуть воспоминания и мечты, и ваши усилия не пропадут даром. Брось, ты нам тоже очень помогла, ведь мы понятия не имели, где искать Руид. Но теперь я думаю, мы его быстро найдем. Йоймия, ты ищешь Руид, чтобы увидеть метеоритный дождь? Да, и когда я его найду, ты сможешь полюбоваться дождем вместе с нами. Но тогда, давай я просто одолжу тебе свой. Ух ты. Что? Волшебство? Ну что случилось? Ты что, достала линзу из своего сердца? Нет, тоже не могу сказать с уверенностью, но... Ну как ты поняла, что это то, что мы ищем? Не знаю, просто ты могла... Помогла мне вернуть лучшего друга. Я решила, что должна помочь тебе и взяла самое главное, дорогое, что у меня есть. И вот то, что тебе нужно. Спасибо, я не ожидала, что это будет так просто. Ну что, давайте испытаем прибор в деле. Я плохо понимаю, как этим пользоваться, но ничего. Интуиция подскажет. Где же, где же? О, я вижу, да еще так четко. Что это? Идем, я покажу дорогу, посмотрим на метеоритный дождь, и я провожу тебя домой. О, линза прикольно смотрится. Спасибо за помощь, но вместо тысячи слов благодарности я хочу сказать, вы все прекрасные рассказчики. О, какое совпадение, то же самое я хотел сказать про тебя, Красная Нара. А, кстати, я думаю, что можно было отсюда туда перелететь, ну ладно. Все равно у нас телепорт есть, поэтому... Ну что, метеоритный дождь будет, да? Ух ты.
Офигеть. Словно фейерверк. Вот это необычно было. Слушайте, вообще прям зачет. Не ожидал такого в конце, конечно же. Так, Паймон. Мы уже проснулись. Паймон хотела еще немного посмотреть. Призванные нами метеоры поднялись в небо с земли. Совсем как фейерверки. Я могла бы любоваться ими вечно. Никогда еще не видела такой реалистичный, яркий, волнующий сон. Паймон тоже. Правда, Паймон не ожидала, что ты затащишь нас прямо на летающую звезду. Честно говоря, это получилось спонтанно, просто хотелось что-нибудь учудить. Раз выпал такой случай. Йоэми, ты... Ты ведь меня знаешь, мне все равно, во сне это было. Или на самом деле. Но я должна вас поблагодарить, ведь вы придумали такую замену, потому что с самого начала знали, что у нас мало шансов увидеть метеоритный дождь. Не переживайте, мне очень понравилось. Это лучший подарок из всех, что когда я либо получала. Вот и хорошо. Паймон боялась, что ты обидишься, узнав правду. Что тут обижаться? Я увидела во сне доброго, милого Аронару, который так хотел нам помочь. И увидела, как мы бегаем среди огромных грибов, как прыгаем по их шляпкам, и нашли Нуруи там, где совсем не ожидали его найти. И когда я подумала, что мы уже проснулись, началось самое удивительное. А Вин достала из сердца уруидовую линзу. И мы нашли метеоры, которые взлетали в небо с земли и сами стали частью метеоритного дождя. Кто сказал, что мы проснулись? Да пусть сны иллюзорные, но каждый наш сон — это опыт, который невозможно повторить и пережить заново. Допытываясь, правда, все это или выдумка, мы бы лишили себя стольких прекрасных и трогательных минут. Юйми знает, как нас порадовать. Паймон поставит тебя на первое место в рейтинге лучших друзей, Паймон. Ты видишь такой рейтинг? Кстати, Аронара обычно не любят. Ай да, Аронара такие милые. Нужно поблагодарить всех мастеров из Протормоса. Мастеров? Ну, конечно. Если бы мы не увидели их деревянные фигурки, нам бы никогда не приснились такие милые Аронары. А, Юйми нас поняла. Не волнуйтесь, я все понимаю. Они такие милые, я только рада хранить их секрет. Ну что, пора проводить Авин домой. Доставив Авин домой, вы с Юйми еще несколько дней проводите в Сумеру. Узнав о болезни Авин, ученые из Амурты разработали для нее подробный план лечения. А теперь Авин охотно выполняет все назначенные врачей. Назначение врачей и чувствует себя намного лучше. И вот Юйми, пора возвращаться домой. Авин с мамой тоже пришли в порт, чтобы ее проводить. Мне так понравилось Сумеру, обязательно приеду сюда еще. Да, приезжайте в любое время, Авин будет очень рада. Да, я буду тебя ждать.
Хорошо. Юйми, пока ты не уехала, я хотела сказать, что у меня появилась новая мечта. Я хочу сама поехать в Надзуму, чтобы полюбоваться фейерверками. Ничего себе! Не ожидал, что каникулы в Сумиро приведут нам в магазин новых клиентов. Не беспокойся, я приготовлю для тебя незабываемые фейерверки. И вы тоже приезжайте в гости. Я понимаю, у вас много приключений, но мы в Надзуме всегда рады вас видеть. Приезжайте почаще. В следующий раз обязательно покажу вам фейерверк, вдохновленный метеорным дождем. Хорошо, договорились. Береги себя, Юмия. Конечно. А ты все такая же серьезная. Кстати, вот, взгляни. Деревянные Ранара? Да, помнишь, ты выбрала для меня эту фигурку? Мы с Паймон решили, что она на меня похожа. Я купила еще одну такую же, чтобы подарить тебе. Если будет грустно, посмотри на нее, вдруг она сможет поднять тебе настроение, напомнить, что я всегда готова тебя поддержать. А лучше всего просто приезжай в гости. Спасибо. Ну что, мне пора, уверена, скоро мы увидимся снова. Мне так понравилось наше путешествие, честно говоря, я просто в восторге. Где бы вы ни оказались, я знаю, что наша дружба будет согревать вас в теплом. Так что будем идти вперед до самого конца, до края мира. До свидания. Слушайте, ну приятно, кстати, было пройти это задание, на самом деле. Вау, вау, вау. Да, ребят, вот она улетела, точнее, хотела она улетела. Кстати, она фигурку деревянную Арнера дали, которую можно будет в чайнике использовать, имейте в виду. Увидимся, ребят. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик и всегда смотреть видео до конца. Ну и не забывайте подписываться на канал, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Для меня это очень важно, и пока-пока.